Добрый день, меня зовут Душу Вячеслав, я руководитель ландшафтной компании. Сегодня я вам хочу представить яблонь декоративную сорт Royalty. У нее очень интересный цвет листа, такой он бордовенький. Вот, цвет листа сохраняется весь сезон. В данном случае в продажу уже поступает яблонь вот с обхватом 10-12. Вот, высота у нее получается где-то 2 метра. Вот, яблони уже вот произведена все по сезону, были обрезочки на декоративность. Вот плоды. Плоды сохраняются практически всю зиму и привлекают внимание птиц. То есть можно сажать, рядышком устраивать скворечники, вот, или какие-то кормушки, и у вас всегда будут прилетать к вам на участок птички. Вот яблонь декоративный сорт Royalty.